продолжаем движение в сторону Ярославля. Объезжаем город Пермь по окружной дороге и движемся в сторону Ярославля. Два слова о месте ночевки привала. Вполне приличное место. Тихо, спокойно. Санузел, стоянка бесплатно. Достаточно низкие цены. Так, небольшой мониторинг сделал по ценам на продукты, на блюда, которые готовят. Оценку 5 бы я не поставил, да и 4 с натягом, но 3 с таким большим плюсом. Персонал доброжелательный. Ну, в случае необходимости, уже если припрет, а ночь, повторю, прошла более-менее спокойно. Ну, не более-менее, а спокойно прошла ночь. Примерно 5 часов заняло время, чтобы сбросить дневное видео на внешний жесткий диск. Медленно работает компьютер. Уже ложился засыпать, и все стало светать. Появилась еще одна неприятность. Дорога уже показала, это кружка с прикроматорчиком, которая так гордился, приказала долго жить. Моторчик вращается, но еле-еле. Что-то с обмоткой. Нужно будет посмотреть и заменить, купить наш, может быть. Короче, ремонтировать. Подспустила переднее левое, подкачал. И, откровенно говоря, с ужасом ожидаю вот этот участок дороги от Перми в сторону Ярославля, примерно 500 километров участок. Что там сделали, что не сделали. Ну вот, тот участок от Екатеринбурга до Перми, который тоже с таким волнением ожидал. Оказался отличным. Что меня порадовало, пермские власти строят дорогу, вещь замечательная, аплодирую. Но что еще очень важно, они позаботились и об объезде строительных участков, то есть объездные участки сделаны и заасфальтированы. Ну, времянка дорога, но все равно сделано, позаботились о водителях.
то есть не бросили на произвол судьбы. Строим, ну, помучаетесь. По ухабистой, разбитой объездной дороге этих участков. А вот именно сделали объездные участки, по которым можно двигаться без тряски, без... Ну, в общем, вы видели сами вчера. Если посмотрите предыдущую серию, то увидите. Этот участок в сторону Ярославля, чем еще меня напрягает, тем, что там очень мало заправочных станций. Ну, мало станций-то заправочных немало, а вот те станции, на которые возлагаю надежду, потому что заправляюсь по топливной карте, таких там, кажется, мало. Не знаю, Лукойл принимает. Сразу после Перми, там недалеко, участок дороги, который был очень сильно разбит. Я вчера о нем говорил. Проверим, сделали что-нибудь или нет. Времени полгода более чем достаточно. Накрапывает мелкий дождик, погода пасмурная, но для меня вот такие условия очень даже комфортные. То, что нет яркого солнца, пыли. Как-то я себя более уютно чувствую в такую погоду. Буду искать Лукойловскую заправку, проверить, принимают ли там мою топливную карту или нет. Если нет, то дело с топливом в швах. Бортовой компьютер показывает, что запас топлива хватит на 479 километров. Не работает. Трактора, которые косят траву на обочине, всегда у меня вызывают опасения, потому что камни летят во все стороны. Но, слава богу, это был просто трактор. Вчера немножко поизучал навигационную систему MapMe. Мне она очень понравилась. Очень простой, интуитивно понятный интерфейс, настройки,
активности много, достаточно на карте. Посмотрел путь движения, сравнил с Навителлом. Да, кстати, интернет на месте ночевки устойчивый. Мобильная связь устойчивая. Ну, это, наверное, не удивительно. Город-то рядом был. Что там, 20 километров. Периодически срабатывает радар-детектор на камеры фиксации, на камеры скорости. Есть контроль со стороны ДПС за движением на дороге. Проехал. Видел, как он тормознул. Лексус. Ну, слишком дерзко ведет себя парень на дороге. Обгонял через сплошную. Стараюсь на дороге с трехполосным движением двигаться по средней полосе. При двухполосном движении, если две полосы, то стараюсь занимать крайнюю правую. Ну, во-первых, не мешать торопыгам. Во-вторых, все камеры скорости, они настроены на левую полосу. Это вот один из таких нюансов. Левую полосу занимаю. Ну, слава богу, тот участок дороги сразу за Пермью, о котором я вчера еще говорил, да и сегодня вспоминал, был раздолбанный. Мат стоял в эфире сплошной от дальнобойщиков. Колдобина на колдобине сделали свидетельствую. Молодцы. Молодцы. Полотно дороги видно свежее. We'll be right back.
Ну вот первая неприятность. Не первая, уж, наверное, вторая. Лукойл не принимает здесь такие карты. Ну что теперь делать, блин? Ну, попробуем на следующий. Thank you.
ты?
идет дождь. Вот такие условия не более для меня более комфортны, нежели когда яркое солнце, это машкара. Так, по крайней мере, стекло омывает. Правда, дворник мешает съемке. И температура. В настоящее время для меня очень важна температура в салоне, так как видеорегистратор Акинори очень чувствительно относится к высокой температуре. Просто уходит в аварию и все. Съемка прекращается. На мой взгляд, для меня сегодня условия движения лучше, нежели это было вчера. Моя идея вести прямые трансляции трассы пока под вопросом. Виной всему интернет. Вблизи городов он более-менее нормально работает, а вот на трассе постоянно виснет. Может, что-нибудь другое будет вести репортажи. Тем не менее, попыток оставлять не буду. Вчера на Яндекс.Навигаторе сравнил два пути к Москве через Ярославль и через Уфу. Через Ярославль на 100 километров короче путь. Но время движения час больше. Вот, по всей вероятности, из-за разбитой дороги. Ну, это... Включил Яндекс.Навигатор и сравниваю реальную картинку с тем треком, который положил Яндекс.Навигатор. Зеленым цветом отмечены участки, полотно дороги отличное и хорошее. Местами где-то попадается. Но вот впереди участок серого цвета. Посмотрим, насколько он совпадает с реальной картинкой. Трек, насколько трек совпадает с реальной картинкой. Но вот пока идет зеленый цвет, полотно дороги.
по ту дороге нормальная. Попадаются небольшие рытвины, но это не страшно. Мы все ближе и ближе к тому участку, где на Яндекс.Навигаторе показано, что дорога плохая. Но дорога уже. Не фонтан, скажем так. На троечку с минусом я бы оценил ее. Thank you.
знаете, вот проехал тот участок дороги, где на Яндекс.Навигаторе он отражался не зеленым, а таким вот серым цветом. Ну что сказать? Ну там на троечку, да. Не очень гладкое полотно дороги. Но участок короткий. Километра, может быть, 2 максимум. А так вот дорога опять пошла. Ровненькая, гладкая, без тряски. Это северный вариант движения с запада на восток или с востока на запад через Ярославль. Но до Ярославля еще далеко. Пока констатируем вот то, что имеем. Интенсивность движения, как вы сами можете отметить, достаточно низкая, слабая, я сказал бы. Но это и понятно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Здоровья.
бердюшка, стала кирдюшка от города Киров. Просто слов нет. Просто нет слов. Как было в Кировской области, какая дорога, даже в Кировской области, даже твою мать. Даже объездные дороги в Кировской области сделали по-человечески. Едешь, видишь, радуешься, что какая-то забота о водителях. А что вот за губернатор здесь? Падла он после этого. We'll be right back.
Курская область. Вы сами видите, какие дороги, какая дорога. По-моему, Бердюшка переехал сюда, в Кировскую область. Да не по-моему, а точно переехала. Субгубернатор Кировской области. Не пора ли дяде ответить? Природа просто заведение, сказочная природа, великолепная. Вот ведь дорога, блин. Как было 2 года назад, так и осталось. Напоминаю, Кировская область. Федеральная трасса. Губернатор был задницей по этой дороге так вот провести и выкинуть.